единственное, смотри момент. Тебе нужно прыгать по направлению экзита. Не в сторону тропинки, где все стоят, а вон в сторону, вон туда, той красной крыши. Мы прыгаем вон туда, в ту сторону. Понятно? Все, ручка. Ну, как она идет, в смысле? Да, направление показывает. Дела? Давай, Дима, готов. Все, перелазил, сразу поехал. Да. Можно? Да. Биробиджан, привет! Ребят, вот сейчас спокойно и красиво. Но оно того стоило, честно. Ну что, как? Опа!